Всем привет! И сегодня будет спонтанное видео по Sanus Games Remake. Так как оказалось, в предыдущем видео, которое было посвящено всем отличиям и новым боссам в новом обновлении данной игры, оказывается, есть еще один босс, который является еще более секретным, чем другие, которых я и показывал в предыдущем видео. Советую очень сильно вам посмотреть, в особенности тем, кто в танке, предыдущее видео, а в идеале, если не видели, другие видео, посвященные Sanus Games. Поверьте, вы не пожалеете. Итак, это я к чему? А к тому, что мы тогда пробовали стрелочки. В основном только для того, чтобы врубать новых боссов. Оказывается, тут есть один еще босс, который открывается при нажатии определенной клавиши на клавиатуре. А эта клавиша является Т. Окей, на русской клавиатуре Е. И давайте узнаем, что это за босс такой. Хотя, скорее всего, я напрямую это даже проспойлерю, лол. Нажимаем Т, и это... Disbelief Papyrus Hard Mod. Почему же Hard Mod? Это можно понять по музыке и также... по атакам, так как они очень схожи с Hard Mod'ом от Cesar Andrade. Ну, собственно, вот так. И знаете, по первой атаке могу сразу сказать то, что это как минимум будет довольно-таки интересное и сложное. Хотя для хардмода это не впервой. Только бы, конечно, был бы точно такой же прикол, как с его Undertale Betrayer. Типа, чтобы были у нас и хилки, типа, в самой игре, и также хилки, которым мы сами могли хилиться. То есть игра в нас хилила в определенные моменты, и мы с нас. Было прикольно. Ну и как-то так. Казалось бы, довольно маленький видос получился, и этого я и не отрицаю. Но... есть тут еще одна секретка. В общем... хз насчет английской клавиатуры, но на русской ё, в общем. Надо нажать, чтобы... уга-буга нафиг. Появился Санес сам. Только, как всегда, непонятно, что он пишет. Что-то он, опять же, интенсивно пишет, но мы не можем понять, так как мы не китайцы. Лол. Ну, и все. Вот это у него улыба, конечно, вообще четкая. Я хз, может, если долго смотреть, то что-то произойдет, но... не нахожу в этом смысла. В общем, да, это видео больше создано для того, чтобы... вам показать еще чуть-чуть интересностей всяких в данной фанатской игре. Ну и, конечно же, желаем удачи самому Sanus Games в дальнейшей разработке, так как получается довольно-таки годно, да. И опять же советую посмотреть предыдущее видео по данной теме. А сейчас единственное, что я могу сказать, так это ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь решительными, досмотрите видео до конца. А пока что пока, и да пребудет с вами сила.